Илья Неретин представляет тренерскую группу Романа Усатова из Питера. Достал немножко Илья Неретин под занавес своей короткой программы, но в целом мне вновь очень понравилось. Да, пока его сложновато сравнивать с Владиславом Дикинджи или Андреем Кутовым, да даже и Михаилом Полянским, который там же тренируется в большой группе специалистов под руководством Евгения Рукавицына. Но, во-первых, Неретин моложе, во-вторых, пока еще уровень у него чуть ниже все-таки, даже чем у Миши. Но смотрите и слушайте, что говорит сейчас Роман Усатов. Вот так, по-мужски до конца. Лут-стулуп очень хороший. Сложно не согласиться. Постепенно прогрессирует этот спортсмен. Да, у него были, скажем так, старты с не очень высокими результатами и на турнире по Коломенкино, и на московском этапе, где Илья показал 16-й результат. Собственно, вот видите, на мемориале нашего первого олимпийского чемпиона было 188 баллов, на московских звездах 176, но в целом парень производит неплохое впечатление, и самое главное, есть ощущение, что он растет. И растет сейчас в первую очередь в плане профессиональном. Пока ему тяжеловато, пока, похоже, есть и в прямом смысле слова роста, соответственно, меняющиеся параметры тела, с которыми непросто, но в то же время спортсмен работает над собой, и спортсмен улучшается. А вот это основное, вот это, пожалуй, главное. Yeah.
Илья Неретин за короткую программу набирает 61. И Илья входит в число тех многочисленных спортсменов, которые получают больше 61, но меньше 62 баллов. Теперь таких парней аж четверо.